сегодня, 29 июля, в Шахтерске продолжаются ожесточенные бои между силами Народной армии и карательными отрядами Киева. Ключевая высота Саур-Могила остается под контролем сил Народной армии. Все атаки карателей на нее отбиты. Известно об уничтожении танковой роты прокиевских сил. По Донецку каратели наносят артиллерийские удары и применяют РСЗО «Ураган» и «Град». Возле города Ясиновато идет ожесточенный бой. Также начался интенсивный артобстрел города со стороны карателей. Ряд снарядов попал в техшколу. В Лисичанске между РДГ Народной армии и карателями состоялась перестрелка на блокпосту, который находится на выезде из города.